Обычная гречневая каша, простое и будничное блюдо, но если добавить в нее говядину и шампиньоны, может заиграть новыми красками. Гречка с грибами и мясом получается очень сытная и насыщенная вкусом. Гречка с грибами и мясом простая, на первый взгляд, каша, сложить все в одну посуду и сварить, но сегодня поделюсь рецептом, как приготовить гречку с грибами и мясом другим способом. Секретом этого рецепта является то, что гречка не будет вариться, она будет готовиться в духовке, насыщаясь ароматами мяса и грибов. Из мяса я беру говядину, грибы, шампиньоны, но вы можете взять любое мясо и грибы, которые вы любите. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Мясо промойте, обсушите и порежьте кусочками. Обжарьте мясо на растительном масле до золотистой корочки. Пока жарится мясо, грибы промойте, обсушите и порежьте на четвертинки. Также обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Подписавшимся, больше вкусностей. Лук и морковку почистите и промойте, лук нашинкуйте мелким кубиком, морковку натрите на крупной терке. Соедините мясо и грибы в одной сковороде, посыпьте сверху луком и морковкой и обжарьте 5 минут, пока овощи не подрумянятся и не пустят сок. Посолите и поперчите, добавьте гречку и залейте водой, вода должна покрывать крупу на 2 пальца. Поставьте сковороду в разогретую до 180 градусов духовку и протомите 40 минут. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Говядина 900 грамм, шампиньоны 450 грамм, лук 1 штука, морковь 1 штука, гречка 1 штука, растительное масло 2 столовые ложки, соль 1 чайная ложка, перец черный молотый 1/2 чайных ложки, количество порций 1-2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Буду скучать без вас.